общем, что мы поняли, в лужу с пираньями лучше не падать. Тут просто какие-то монстры. Кстати, мы сейчас хотим посмотреть, как будут кормить пираний. So when I speak English and for you people who doesn't understand that language, please just be a little bit quiet while I'm talking English so everyone can hear what I say. That would be great. Сейчас начнут кормить пираний, и он сказал, мы должны быть очень быстрыми. У него кусочек тунца и два кусочка макрели. Он сейчас бросит их сверху и посмотрим, что случится. В общем, я думаю, случится сумасшествие. Пошла жара. Ну да, чувак же сказал, что мы должны быть очень... We gotta be quick. Потому что там происходит какой-то трешак. Все возбудились. Пошло фон. Да ну нафиг, это нереально. Очень классно, у них здесь rainforest. Сразу тебя возвращает в Сингапур и в Азию. Тут, ну, поддерживается такая очень влажная атмосфера, жарко. И запах. Запах такой. Бабочки. Бабочки летают. Рыбы-черепахи. Sometimes I feel like a mother.